Матвей, поздравляю с победой и с сухим матчем. Это важно для вратаря. Что скажешь по сегодняшней игре? Спасибо большое. Во-первых, скажу, что рад, что мы добились успеха, тем более добились его крупно. Я думаю, мы вышли, показали свою игру, уверенно победили, я думаю, и это заслуженная победа. У эстонцев было несколько неплохих моментов. Доволен ты своими действиями сегодня полностью или есть какие-то моменты, которые доработать бы хотел? Ну, я скажу, у меня сегодня было немного работы. Конечно, у нас были небольшие ошибки, как бы, которые приводили к не то чтобы моментам, к подходам соперника. Ну, более-менее опасным, да, согласен, были пару моментов. Вот, но я думаю, мы контролировали игру, все нормально. Мне в игру не особо пришлось вступать, поэтому свои действия нормально, ничего страшного. Обычный матч. Сегодня появилась странная информация в ряде СМИ о том, что у тебя якобы испорчены отношения с тренерским штабом. Ты уехал отсюда из Эстонии, хотя вот ты с нами сегодня сейчас. Прокомментируешь, откуда вообще это могут быть ноги этой информации? На самом деле я не знаю, я только после игры узнал об этой информации, что такая была. Вот, но я думаю, это, ну, кто-то просто желает зла команде или лично мне, я не знаю. Вот, но это все бред. Я нахожусь здесь, я отыграл с командой матч. У меня были повреждения. Я уехал с прошлого сбора, мне пришлось из-за повреждения. В этом я приехал не совсем готовый, но у нас хорошие отношения с тренерским штабом. Мы договорились, что первый матч, если я не буду готов, я не буду участвовать, и готовлюсь ко второму, чтобы был в обоими, а дальше будем смотреть, кто будет играть. В итоге первый матч я восстановился, но не до конца, просидел на скамейке. Вот, ко второму матчу подготовился, тренеры доверили, я отыграл. Так что это все бред, и у нас все хорошо, отношения отличные, и мы готовы побеждать и идти дальше. Ну и в заключение, как самочувствие сейчас? Как вот, ничего не беспокоит после сегодняшней игры? Ну, все хорошо. Я думаю, что я восстановился и не жалуюсь. Спасибо.